Давайте проясним. Мы были в Италии уже не один раз, и с этой стороны у нас сложились особенные, очень теплые отношения. Здесь красиво, приятные люди, очень вкусно и дешево. И в этом путешествии мы сильно ждали нашей встречи с этой страной. Но в этот раз мы заезжаем с самого севера Италии, и почему-то мы думали, что колорит здесь будет не такой насыщенный, как на юге. Мы ошибались. Мы проживаем в небольшой деревушке у подножия Альп, где с одной стороны озеро Кома, а с другой лес. Озеро Кома – это ледниковое озеро площадью 140 футбольных полей и глубиной более 400 метров. Протяженность береговой линии превышает 100 километров, и то, что оно огромное, это еще мягко сказано. У озера Кома есть даже свое собственное лохнесское чудовище – ларизавр, или просто Лари. Со всех сторон озеро окружено горами, и когда ты смотришь на эти виды, складывается ощущение, что природа будто сделала это озеро для того, чтобы любоваться этими величественными видами и находить умиротворение. В свое время тут жили Джордж Клуни, Мадонна, Дэвид Бекхэм и Донателло Версачи, а раньше здесь останавливались и ловили дзен такие выдающиеся личности, как Стендаль, Гёте, Чайковский, Хемингуэй и Кеннеди. Список на самом деле можно продолжать и дальше, но я думаю, что у вас сложилось представление, какой тут контингент. Но несмотря на все это, здесь все еще сравнительно дешево. Куда мы идем? Завтракать. Что будем завтракать? Итальянский завтрак. И что это за завтрак? Кофе и круассан. Или даже два круассана. Или даже три. А-а-а. В общем, это место закрыто по четвергам. Что за рандом? То есть именно по четвергам. А в другие дни с 6:30 до 10 открыто. И что мы делаем? У меня есть идея. Мы можем купить круассаны в магазине. В общем, 4 круассана обошлись нам в 4 евро, что в сравнении с Швейцарией, ну, примерно раза в 4 дешевле. В общем, цены здесь после Швейцарии, ну, просто очень низкие и супер приятные. Ну, пошли завтракать. Пошли. Через все деревушки вокруг этого озера тянется вот такая мощеная дорога. И просто угадайте, когда она была построена. 100-200 лет назад. Нет. Эту дорогу строили еще римляне, и ей, ну, точно более 1000 лет. А живем мы тоже в старом доме с элементами пещеры. Вот просто посмотрите на это. Этому дому тоже, наверное, несколько сотен лет. И вот в этой пещере мы ходим в душ. А в комнате вот такие арки и сводчатые потолки. Вот как мы развешиваем здесь белье. Прямо как в детском старом дворике. Настало время обеда, и у нашего хоста растет базилик прямо во дворе. Идеальное дополнение к итальянской пасте. Отрывать листочек или... А, смотри, вот так нужно. Стебелечки. Пошли кушать. Пошли. В общем, если вы еще не поняли, мы очень рады снова оказаться в Италии. Чао!